Почему не цветет пеларгония в домашних условиях? Давно не пересаживали. Нарушен полив, повышена температура воздуха, тяжелая почва или мало удобрений, не обрезали. Посадили не в тот горшок. Комнатный любимчик пеларгония предпочитает внимание и заботу. Мы размещаем цветок на подоконниках, чтобы постоянно любоваться красотой соцветий. Но когда пеларгония перестает цвести, сразу тревожимся о ее состоянии. И правильно делаем. Вам нужно знать, по каким причинам не цветет пеларгония в домашних условиях. У пеларгонии есть несколько этапов развития. Цветение, период покоя, подготовка к новому сезону. После опадания соцветий мы меняем условия ухода для пеларгонии в домашних условиях, так как нашей целью теперь становится восстановление, а не выгонка соцветий. Соответственно, высокая температура не должна присутствовать. В период покоя нужно понизить до 15 градусов. Дома выставить цветок на северный, западный подоконники без сквозняков до следующей весны. На умеренно прохладном балконе пеларгония также отлично зимует. Пересадка нужна каждому растению. Процесс включает в себя и другие составляющие, которые важно учесть. Выбор нового горшка, почвенной смеси, подкормка, полив после пересадки. Не пересаживая пеларгонию дома, можно быть уверенным, что цветение продолжится лишь 2 года, а затем пойдет на спад. Сначала соцветия будут скудными, затем могут и вовсе не появляться. Пересадка проводится один раз в 1,5-2 года, в весенний период до начала цветения. Выбор нового горшка. На 2 см в диаметре больше прежнего, компактный, вместительный, с дренажными отверстиями. Почвенная смесь для пеларгонии. Одна часть пропаренного песка, две части универсального покупного грунта или земли с участка. На дно горшка выложить 1 см мелкого дренажа. Удобрение для пеларгонии. Минеральный комплекс на основе калино-фосфорных компонентов. Азот препятствует наращиванию бутонов. Где разместить? Освещенное место не под прямыми лучами, балконы, теплые помещения, они увеличат цветение. Обрезка также входит в число обязательных процедур по уходу за пеларгонией для цветения, но не проводится вместе с пересадкой, так как не менее стрессовая. Обрезают пеларгонию в осенний период или ранней весной, если не запланирована пересадка. Удаляют сломанные старые подгнившие желтые побеги. Секреты цветения пеларгонии в домашних условиях. Пеларгония, домашняя герань, обильно цветет. Во-первых, если нет нарушений, перечисленных выше. А во-вторых, если ей создали для этого все условия. Как правильно ухаживать за пеларгонией в горшке? Увлажнять почву после того, как субстрат просохнет на 2 см. Использовать мягкую воду. Всю весну и лето удобрять минералами без азота. Если ваша цель не нарастить зелень, а заставить цвести. После потепления выносить на балкон, но не проворачивать пеларгонию. Посадка в открытый грунт быстро стимулирует цветение. После обрезки поставить в прохладное место, стремительно наращивать новые побеги. Пишите в комментариях, почему не цвела ваша пеларгония в домашних условиях и какой метод выгонки соцветий вам подошел. Обязательно ставьте лайки под видео и подписывайтесь на канал TheNatureInfo.